Я думаю, что если речь идет о чиновниках, о каких-то людях, которые принимают судьбоносные решения, то это, конечно, нонсенс. Когда депутат Государственной Думы имеет двойное гражданство или носитель государственных секретов имеет два гражданства, на мой взгляд, в таких случаях, безусловно, нужно строго следить и строго карать. Если мы говорим про людей мира, и таких сейчас уже немало, поэты, художники, мелкие бизнесмены, то я не вижу здесь никакого криминала и проблем. Но, к сожалению, тренд задан, и он будет работать в этом направлении.